В ритме вальса в столицу региона на фестиваль «Самарские сезоны» ульяновская фантазия приехала практически в полном составе. Свою программу представили во всех номинациях. Танцоры возраста гранд-сеньоры сценической карьерой занимаются серьезно. Свободное время, которого, говорят, наконец-то стало больше, стараются проводить вместе. Намного интереснее именно с таким возрастом работать. У них больше ответственности, больше желания, и они посвящают больше времени этому. Танцам, я имею в виду. Впервые фестиваль прошел в Самаре в минувшем году. Участие тогда в нем принимали только местные танцоры-любители. Теперь география расширилась, да и конкурсная программа тоже. В нее вошли 5 номинаций – народный танец, историко-бытовой, программа «Стандарт», латиноамериканские и танцы в стиле модерн. Организаторы считают, каждый выход на сцену для участников особенный. В любом возрасте можно научиться получать радость и эту радость отдавать, если у тебя в душе есть тепло, добро и вот эта открытость. Анастасия Зубарева, Дмитрий Мешканцов. События.